Наркоманы, в сбор! Башка дракона! Два дебила в лодке на асфальте! Быстро, 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 сбор! Нужно начинать серию! Наркоманы! Все в ряд построились. Молодцы какие. Только это не ряд. Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И да, добро пожаловать в новую серию Пим-Пим Снуперов в Мультруфте. Вся банда в сборе, Мия, Никич, я, Мунстр и, конечно же, Константин Петрович. Аляша сегодня наказана, как мы все прекрасно знаем, ее мама еще наказала в предыдущей серии, поэтому Аляша сегодня где-то в уголке стоит. А мы, пацантры и пацанессы, прямо сейчас с вами будем начинать эту серию. Все прячемся, потопали! Перед тем, как опять все начнут тараторить или же молчать, я сразу же объявлю, пока никто друг друга еще не успел убить. То, что если прямо сейчас, вот ты, который сейчас меня смотрит, подпишешься на этот канал и поставишь лайкусик на эту серию, то следующая серия снайперов выйдет уже на новой карте. Да-да-да-да-да, я прямо сейчас всем говорю то, что новая карта для снайперов уже почти построилась. Твою мать! Пока, твою мать, я это говорил, твою мать, Никич уже рипнулся. Лайк, подписка, выйдет новая. Да-да, что происходит, подождите. Так, мне нужно меньше тараторить, потому что пока я разговариваю, уже стало минус 2. Кто умер? Никич. Ты умер? Что это сейчас было? В смысле? Стоял, никого не трогал. Подождите, кто умер? Никич и Мунстр, да? Ай-яй-яй. Я видел Константина Петровича. Костя, ты там можешь не стоять, потому что я тебя уже видел, я знаю, где ты. Костянчик! Костян! Короче, Кикич. Почему Кикич? Кто? Да, кто стреляет? Вы что, дебилы? Что за беспрерывная стрельба? Мия, это ты буянила, признавайся, признайся, пожалуйста. Мия. А кто еще? Ну, Мия, у нас Мия, у нас самая жесткая. Так, хорошо, кто остался? Костичка. Костичка, Костя, Костянчик, ты здесь? Костя, отвечай, Костя, отвечай на вызов, срочный вызов! Срочный вызов из деканата, придите, пожалуйста, к директору! Притащи... Из деканата к директору? Может, к декану? Да, без разницы. Кость... В смысле, Алён мёртв? А когда он? А подождите, то есть я остался один? Я чё, дебил? Кого я тогда ищу? У меня такой вопрос. Тебя? Подожди, а когда он умер? Кто его убил? Мия его убила, да? Извините, пожалуйста, мне кажется, в этой серии как раз-таки я наркоманю. Всё, окей, без разницы. Давай следующий раунд, пожалуйста. Хлоп-хлоп-гип-гип, ура, все к директору. Пошли. В этом раунде... Кто кого? Так на кого? А, мне страшно. Чё происходит? Я в этом раунде ни слова не успел сказать. Слюни потекли, как будто я эпилептик какой-то, потому что я ничего не понял, что сейчас произошло. Я стоял такой, оп, ладно, хорошо, прекрасно. Кто как... Так, Мия, скольких людей ты убила в этом раунде? Троих или двоих? Ладно, хорошо. Костян! Мия, агрессивный утёк. Держись, Костичка! Костя, держись, тут Мия у нас разошлась, как мы все видим. Ты смотри, что эта утка делает? Я же начал переживать за свою корону и за свою золотую снайперку. Ты смотри, какая она жесткая, она просто бегает как сумасшедшая. Так, кто жив? Кто жив? Я. Костянчик жив. Так, Костянчик у нас... Привет. Костянчик у нас в очень таком непалевном месте. А кто еще жив? Все сдохли, да, походу? Кроме Костяна и Мии. Так, ладно. Опа! 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 О, татара, тата! Это что сейчас было? Ага. А!
Вы шо, дебил? Утка, убираю, утка. Утка, утка, на тебя открыта охота, утка. Сезон охоты. Сезон охоты. Кто выиграет? Делайте ваши ставки в комментариях. Утка, утка выглядывает. Константин Петрович слепошарый, ничего не видит. Утка перезаряжается. Константин Петрович думает, он сможет убить утку. Утка стреляет, ты прямо в задницу. Господи. Это был полный разрыв. Константин Петрович даже с игры ливнул, потому что ему порвали, я бы сказал, что, но у нас детский контент. Все, что можно. Все, что можно. Ждем Константина Петровича, пока он заново подключится, начинаем третий раунд. Меня всех просто порвало, и у меня слов просто нет. В следующий раунд, дамы и господа, в следующий раунд. Стоп! Я еще даже не успел еще говорить, уже кто-то выстрелил! Успокойтесь! Никич и... Да у кого? Ну как всегда. Кто умирает? Вы еще не начали, вы уже... Раунд еще не начали, там... Все уже сдохли, что за... Подождите, в смысле? Мы друг друга убили. То есть я остался жив, то есть все сдохли, да? Может, переиграем? Самый дебильный раунд. В смысле, переиграем 2-1-0-0. Мия опять ливнула. Мы переиграем. Я даже снайперку не успел в руки взять. Хорошо, в этот раз мы будем играть не до 3, а до 4. Ну ладно, не важно. Может, до 5 сразу. Или до 5 посмотрим. Давайте прячемся заново. Дичь какая-то. Никого не убивайте, пожалуйста. Дайте мне хотя бы слово сказать за последние 3 раунда. Здорово, всем привет. Давайте мы с вами нормально поговорим. Давайте без убийств в этом раунде, пожалуйста. Чё все такие жестокие? Все друг друга. Да, да. Не успел, я всех... Да, не за что. Я говорю, все просто как-то дико разошлись. Все друг друга валят, убивают. Я ничего не понимаю. Вы задротили в снайперов? Окей. Мне страшно, мне первый раз страшно. Так, подождите. Сутуляки, сабуляки. Да, опять кто-то стреляет. Давай, Никич. Никич, я тебя тоже видел, Никич, я знаю, где ты, Никич. Опа! Да, Мия, привет. Я кого убил? Я убил Мию. Я очень рад, что я это сделал. Мия, извини меня, пожалуйста. Да, по поводу монстра. Монстр, мы все знаем, что ты существуешь. Ну, как бы ты просто молчишь. Мун, берегись. Да кто? А кто сдох-то? Никич, теперь ты берегись. Подожди. В смысле? Ну ты один. Кусай в задницу. Никич, берегись, я рядом, скорее всего, я не знаю. Ты тоже смешно опять. В смысле, кто? Кому? Чё ты несёшь, нарколыга? Да живой вообще. Ты здесь единственный наркоман, вот в чем проблема. Ты сам себя разве что понимаешь. Я живой, и Никич живой. Не надо. Никич, не надо. Ты меня пощади, Никич. Господи. Никич, ты мне оставил 2 сердечка, чтоб ты понимал. Все, 2 сердечка, Никич, ты меня почти успел убить. Так, какой счет? 2-1. Какой щитер? Не щитер я. Щит. Счет 3-1. Да, 3-1, 0-0-0. Последний раунд, или я выиграю, или кто-то другой. Поэтому, пацаны, давайте прячемся с вами. Я надеюсь очень сильно. Я в это, конечно, уже не верю, но все же продолжаю надеяться. То, что хотя бы один раунд у нас пройдет спокойно, пожалуйста. Успокойтесь. Нет, не пройдет. Сразу перестрелки, с самого начала, сразу кто-то стреляет. Наркоман! Ну да. Хорошо. Признавайтесь! Где вы? Признавайтесь. Дома.
Да ладно, капитан очевидность. Мне кажется, все дома прямо сейчас. Хорошо, короче, смотрите, через буквально, засекайте просто таймер, таймер, таймер. Через 7 секунд у нас будет первая жертва, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, никто с собака сутулякой не вылез, никто, все сразу заныкались по всем местам, да, как только я на охоту вышел. Все сразу спрятались, я так и понял, да. Что будет, если я скажу, то что Константин Петрович буквально через несколько секунд потеряет девственность? А что я скажу, если я вас видел? А что если я скажу, что... Что ты уже потерял девственность? Потерял девственность! Кто лишил Константина Петровича девственности, признавайся? Мне кажется, Мия почему-то, да? Скажите, пожалуйста, кто это? Смешно, смешно, смешно. Ситуация смешная, конечно, но страшная. Нас осталось четверо. Мия, конечно, вообще, если можно выразиться, собака сутуляка настоящая. Ах ты ж зараза-то такая! Ты что там в углу сидела, а? Ладно, ладно, хорошо. Так, я так понимаю, что осталась Мия, монстр и я. И ты, да. Все так и есть, так и есть. Одного пацана хватит на двух дам. Ты чё несёшь, Константин Петрович? Ты вообще первой девственности лишился, поэтому... То, что он убьёт. Убейте меня. Я не хочу здесь мучиться. Так, меня опять... Так, Никич, ты просил убиться, да? Нет, я пошёл. Иди сюда. Ты смотри. Ты смотри, кто куда стреляет. Смотри, как меня разошлась. Никич. Покойся с миром и прости меня, пожалуйста. В смысле? Костя, ты дурак? Ты дебил, ты Костя, ты, ты почему убил Никича? Ты дебил, Костя? Ну да. А, ну ладно, тогда мы тебе прощаем. Следующий раунд. Наркоман! Костя, еще раз так сделаешь, тебя забанят. Мия, успокойся, пожалуйста, Мия, тихо, спокойно, Мия. Мать, успокойся! Мать уток, успокойся! Я знаю, ты ж сильно разошлась в этой серии. А, подождите, мы до четырех? Да. А какой счет? А, счет ты... Подождите, счет 3-2-0-0. Можно ли я там еще одному человеку? Точно, у меня же 3 очка, а не 2. Я сам себя убью. А тот раунд, когда вы все сдохли, перестреляли друг друга, и я выжил. Как бы он тоже считается. Ура-бум-бум-бум! Короче, у нас проблематикс большущий. Эдисона спалили. Эдисон, тебя спалили, Эдисон. Мне кажется, опять Мия спалила. Мия, в принципе, всегда очень сильно палит всех. Мия всегда со свечкой стоит и всех палит. Ра-ри-ра-ру-ра-ру! Признавайтесь, бусурманы, кто меня спалил? Да кто стреляет, кто стреляет? Да, Константин! Знаете что? Опа! Это кто заговорил? Всем что? Привет, вот что. Привет, опа. Мустер, привет! Давайте все дружно поздравимся с Мустер. Мустер, здорово! Как твои дела, Мустер? Как твои... Все ужасно, да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да чё? Так, я убил самую главную утку на этом кладбище. Рассказывай, монстр. Как дела? Что? Почему все ужасно? Что такое? Это не важно. Да, в смысле не важно? Почему не важно? Всем важно. Коротко и ясно. Коротко и ясно. Все хреново, почему не важно? Да, мне тоже все хреново, потому что я жив. Ты жив? Чё ты сказал? Я жив. А, мне послушалось, ты жив. Бывает. Да, я не верю, что все сдохли. Ты чё меня обманываешь, собака сутуляка? Я же знаю то, что монстр жива. Нет, я клянусь, мамой жив. Если грузин клянется мамой, то это правда. Подожди, Константин Петрович, ты все же грузин, да, получается? Да. Ага, хорошо. Ой, я чуть не обтекался от страха. Ну, смотри, если грузин обтекается от страха, он потеряет звание быть...
Ты куда бежишь? Ты куда бежишь? Грузин наш! Кто-то еще в невидимости был. Подождите, есть большие проблематикс, как обычно. Так, подождите, монстр же осталось, да? Или я ошибаюсь? Ребят, успокойтесь, пожалуйста, давайте жить дружно, а. Ребят, пожалуйста, давайте жить дружно. Ну не стреляйте, ну я мирный чубзелетик. Если меня сейчас кто-то убьет, тут будет реальным пельменем просто, квашеным. Не убивайте, пожалуйста. Почему пельменем? А, потому что вот так. Логично. Сутуляки, сабуляки. Так, подождите, 4-2-0-0-0-4-20. Ой, страшное число, но... Спасибо. Но хорошее в том смысле то, что я выиграл. Нереально длинная серия снайперов и вообще... А чего в этом хорошего-то? Что в этом хорошего, то, что нереально длинная серия снайперов? Ну, то, что я все же смог... То, что ты выиграл. Я смог сохранить свое звание короля снайперов. Вот моя корона, вот моя золотая это снайперка. Плохо. Это почему плохо? Никич, ты опупел? Да никогда. Да хватит меня убивать! Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, набирай много лайков. Следующая серия будет уже на Йохани Бабай, на новой карте снайперов. Если она успеет... достроиться. Короче, наркомания опять начинается, поэтому всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем... Хватит. 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 Хватит.